А почему они кричат? Они ругаются. Почему? Я расскажу тебе одну историю, а ты постепенно закрывай глазки, хорошо? Да. Давным-давно все люди на Земле понимали друг друга и говорили на одном языке. Вокруг царил мир и покой. Хранителями планеты были волшебники, которые жили высоко в небе и летали среди звезд на больших железных кораблях. Они подарили людям источник благополучия и процветания. Источник должен был принадлежать всем и каждому человеку приносить счастье. Но мы не смогли его поделить и перестали понимать друг друга. Мы разделились на страны и государства, разразились войны и бедствия. А волшебники забыли про нас, и больше их никто не видел.